нельзя сказать, что «Локомотив» нам что-то дарил. Мы играли, то есть, на равных абсолютно. Сегодня «Локомотив» сильнее нас намного оказался. Вот, но на отрезке там 15-15 мы были равны. И да, там 4-5 ошибок конкретно наших. И там неудачная расстановка. Выбили именно больше психологически и не выдержали дальше хорошие игры «Локомотива» уже в тактических, технических действиях. И «Уралочка» прибавляла, и мы немножко ошибались, да, какие-то простые мячи могли там не добить или не довести. Мы максимально настраивались на эту игру, и, ну, собственно, все получилось. Довольны, 3-0 на табло.